скоро. Я вот нашел тут чей-то телефон и хочу его вернуть по адресу. Спасибо, что предупредили. Это телефон Кати. Ваши дамы еще на процедурах. Простите, мне нужна Алиса. Я не знаю, кем она работает, но точно где-то в лечебнице. Теперь Алиса. Ага. И Катя не подошла, да? Ну. Алиса сидит в кабинете Карелии Яновны. Спасибо большое. Благодарю. Опять обломаетесь. У Алисы муж. Ничего, я упорный. Ну и дурак. Так мимо своего счастья пройдешь. А тут вокруг сплошное счастье. Здрасте. Здрасте. Мне нужна Алиса. А у меня обед. А, так это вы Алиса? Я Алиса, но у меня обед. Алиса, а я к вам не по поводу лечения. Тогда тем более. Алиса, я вам звонил. А какой вы настроен? Вот, мобильник вашей подруги. Я рассчитывал на вознаграждение, конечно. Спасибо. А вы замужем? Да, я замужем. А Катька не замужем. Нет, вернее, она была замужем. Но сейчас ее нет на работе. Яновна бесится. Яновна? Да. Карелия Яновна, наша главврачиха. Она у нас вообще злая, как собака. Ничего удивительного. Бабе полтинник, она еще замужем до сих пор не побывала. Тут, конечно, пациенты есть, но куда я в таком возрасте за молодыми гоняться? Вот она цветочки разводит, видели? Оранжерея, а не дом. Алиса, я должен сказать, что Катя... Катя? Катя. У Кати с мужиками всегда был полный облом. Был один, да и тот бросил. Яновна ее только здесь и любит, как коллегу, по несчастью. Послушайте, Алиса, вы можете меня выслушать, не перебивая. А я чего, перебиваю, что ли? Кого-то я здесь перебиваю. Ничего себе, у себя в кабинете. Знаете что? Вы сами не знаете, чего хотите, и все время меня перебиваете. А я вам сказала, что меня Алиса! Не судите. Алиса! Катя убита! Алиса! 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 Карелия Яновна! Карелия Яновна! Он к вам только в кабинет вошел, а Алиска сразу в обморок бряк. Кто вошел? Как-то мужчина. Карелия Яновна! Карелия Яновна! Таня, идите работать. Миша, я же просила не входить сюда в мое отцу. Так что происходит? Вы кто? Я? Я Иван Павлович Подушкин, ответственный секретарь. Меня не интересует ваша должность. Что вы здесь делаете? Что с Алисой? Я не знаю, что с Алисой. Но я вошел, она меня увидела и хлопнулась в обморок. Вот лежит. Странно. Она замужем. Почему вы назвали меня Михаилом? Это не имеет значения. Вы имели в виду Стриженова? Уходите. Немедленно покиньте мой кабинет. Пожалуйста. Молодец. Кока, мама, вы, по-моему, пересидели в ваннах. Ой, сыночек. Знаешь, я сегодня поняла одну очень важную вещь. Я тоже ее поняла. Что молодость не вернешь. Что ее возвращать? Мы и так молоды. И еще я поняла одну очень важную вещь. Чтобы успешно лечиться, нужно иметь лошадиное здоровье. Пять ванн, это невыносимо. Да, особенно последнее. Субаквальное. Что же это такое? Не стоит обувать. Не стоит, сыночек. Но очень напоминает это красивое слово. Диурея. Мам, ну ведь это... Не надо. Я помню. Вань, мы отдохнем. Да. Ну, отдыхайте. Отдохнем. Отдыхайте. Отдыхайте. О, Таня! Таня, просветите меня, пожалуйста. Что такое субаквальная ванна? Калериян назначил мне два раза в день.
Так вам и надо. Вы полагаете? А что это такое? А это клизма с огромным количеством минеральной воды. Всего доброго. В лунном сиянии. Как клизма? Извините. Здрасте. Здравствуйте. Подсказать вам что-нибудь? Да-да, подскажите. У вас есть минералка из Ковыльска? Откуда? Из Ковыльска. Вы позвольте, я пройду. Да. Ковыльск – это такой мировой курорт, который славится своими минеральными водами. Мужчина, не будьте наивным. Вся минеральная вода разливается из одного крана. Пить можно, но здоровья не прибавится. Ну, не скажите, не скажите. Минералка из Ковыльска, как говорят, творит чудеса. Чудес не бывает. Только не надо быть пессимисткой. Просто я работаю в магазине. Я заметил. Посмотрите свою воду в водолее. Если нет там, значит, нет нигде. Простите, пожалуйста, молодой человек, будьте любезны. Я скажи по-русски, чего надо? Вы не продадите мне вот этот цветочек? 100 гринов. Что? $600 за герань? А вы что хотели? Меня бабушка за это выпарит. Понял. Моральный ущерб? Ага, как же моральный, физический. Бабки гони. Гоню. Гоню. Вот, пожалуйста, можете проверить. Берите. Спасибо. Благодарствую. До свидания. Молодой человек, простите, пожалуйста, вы не подскажете, Калерия Яновна, вот доктор, где живет? У нее еще балкон весь в цветах. Вон ее балкон. О, понял? Понял. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте! Опять вы? Я слышал, вы страстный садовод. Я, вы знаете, тоже большой любитель экзотов. Вот у меня в саду в Черноморске собрана уникальная коллекция. Вот один из них. Редкий цветок, ничего не скажешь. А, знаете, это как посмотреть. Это как посмотреть. Я из него могу вам приготовить салат. Вот, по рецепту повара Карла Лысого. Так вы хотите посмотреть мою коллекцию? Знаете, очень хочу. Прошу. Ага. Просто умираю от любопытства. Вы любите кулевки? Кулевки? Да. А, кулевки! Обожаю. Обожаю кулевки. Да, вы знаете, в моем саду их несколько видов. Но вот такого, как у вас, нету. Вы знаете, обязательно поделюсь с вами. А я мечтаю о мантышнике. Мантышники. У вас есть мантышник? Мантышник есть, у меня есть мантышник, да. Знаете, в последнее время он как-то так разросся, что просто не знаю, куда его девать. Что вам от меня нужно? Только без вранья. Так я же вам объяснил. Вы разбираете в цветах, как кошка в вязании. Кулевки мантышник – это бред, таких цветов нет, я их только что выдумала. Ну, хорошо. Разрешите представиться, Иван Павлович Подушкин. Ответственный секретарь фонда милосердия, сыщик детективного агентства НИРА. Я пришел найти одного мужчину. В моей жизни нет места для мужчин. Вернее, в их жизнях не нашлось места для меня. Но это не ваше дело. Извините, ошибаетесь. Мое. Не ваше. Ошибаетесь, мое. Я ищу Михаила Стриженова. Мишу? Да. Подонок. Какой же он подонок! А! А мне, Миша,
кофе в постель подавал. Я говорю, не буду. Пока зубы не почищу, не буду пить. Он говорит, пей, вся богема пьет кофе в постели. Я думаю, ну, раз богема начинает день с нечищенными зубами, то мне, простому главврачу, тем более можно. Так хотелось немножечко счастья. Да. Так его у вас нет? Счастья? Стриженова. Нет. Он бросил меня. Бросил? Ну а как же тогда в лечебнице? Помните, когда вы меня с ним перепутали, вы сказали, не приходи сюда в мое отсутствие? Да. Так он к вам ходит или не ходит? Он вас бросил или нет? Бросил. Извините. Угу. Алло. Да. Конечно. Хорошо. Миша бросил меня, а потом пришел один раз, принес цветок на прощание. Хотите, покажу? Так ведь, вы же знаете, я в цветах не очень. Тезаурус медикус. Понюхать, какой запах. Понюхайте, понюхайте. Нюхать, нюхать. Отдохни пока. Баранья нога а-ля в отель. С ума сойти. Не обольщайтесь, какая-нибудь дрянь. Ну, пахнет вроде бы вкусно. Чесноком, пряностями. Божественно, божественно. Не, правда божественно. Извините. Нора. Люсенька. Странно. Лена! Да? Что случилось с отелем? А что случилось с отелем? Вот именно, что с ним случилось? Он жрал эту ногу, когда шел на эшафот? Он был поваром Людовика XIV. Угу. Это все? Он что, сам помер? Почти. Ну, что с ним случилось-то? Я волнуюсь. Однажды на да. прием королю были приглашены гости. Гостей прибыло больше, чем ожидал в отель. Еды на всех не хватило. Боже. В отель был опозорен и покончил жизнь самоубийством. Какой кошмар. Спасибо, Лена. Я немало приготовила. Нет-нет-нет. Спасибо, достаточно. Приятного аппетита. Ты
Привет, Карочка. Миша. Что? Тихо. Что случилось? Тихо. Спокойно. Мишенька, тебе надо бежать. Ну что? Ну. Ты знаешь, тебя ищут. Знаю, не найду. Тихо. Спокойно. Мишенька, он уже нашел. Что? Там Подушкин какой-то. Где? Мишенька, ты... Чем ты его, Кара? Смотри, если захочешь на меня труп повесить, я умываю руки. Мишенька, ты что? Он живой. Ты как, мне только позвонил, я ему дала понюхать, ты за Рус Медикус. Мишенька, он скоро очнется. Тебе надо бежать куда-нибудь. Куда бежать? На чем? Катя, сейчас. Мишенька, значит, стоянка на Земляной улице, Шкода Фелиция, номер на брелке. Ну, спасибо, Карочка. Помогла. Помогла. Миша, я увижу тебя! Так что там? С минералкой из Ковыльска. Да нет никакой минералки из Ковыльска. И бизнесмена Стриженова тоже нет. Есть только выпускник актерского отделения Института культуры. Михаил Стриженов. Михаил Юрьевич Стриженов. Ныне безработный. Но это надо послать Ване по факсу. Давайте я. Где? В моем кабинете номер факса Ванин записан на календаре. Люсь. Ты только не все фотографии переслала, только там, где Стрижен там писано, ладно? А что, ты со мной как с маленькой. А как иначе? Шкода Фелиция. На Земле улице. Шкода Фелиция. Алло? Занят. Не вовремя позвонила. Расследованием? Ну, что-то в этом роде. Алло, это папа. А это я. Ну и когда ты будешь здесь? Не знаю. Давай-ка немедленно. Сию же секунду. Сюда. Потому что у меня страшно болит. Голова. А у Коки тоже. Голова? Странно, у меня тоже. Так, зайди в аптеку и купи что-нибудь обезболивающее. Да, конечно, уже иду. И чтоб быстро, одна нога там, другая уже здесь. Угу. Ага, иду. Ой. Стриженова была судимость за мошенничество. И я уверен, что именно Стриженов и работал на Кольского. Подожди, Макс, но ведь Кольский погиб в автомобильной катастрофе. Люсь, это официальная версия.
Джип сгорел. Кто там? Чего? Кого там опознавать-то было? Некого опознавать. Я уверен, что это он сам себе инсценировал эту катастрофу, чтоб скрыться, следы замести. Зачем? Зачем он это сделал, неизвестно. Может быть, жизнь такая надоела за каждый день трястись. Но откуда я знаю? А Лола, подумав, что Сергей погиб, забирает все общаковские деньги и чешет в Ковыльск. Там выходит замуж за Игоря Вондрочкова. Сергей возвращается, не находит денег и нанимает Стриженова на поиск. Я права? Правильно. И параллельно с этим поиском денег занят Митрофан. Все сходится. Все. А деньги находятся у Лолы. Люсенька, а вот это уже, извини меня, очень спорно. А кто же тогда таинственный господин Н? Люся, Митрофан. Или Кольский. Макс, не забывай, что Стриженов отпетый мошенник. Он вполне мог кинуть нанимателя. Нора, ну вот, ну так нечестно с вашей стороны. Вот честное слово, у меня так удачно все складывалось. Взяли, все нарушили, накормили хорошо, ногу в отеле дали. А потом раз и вся версия коту под хвост. Ну что это такое, а? Иван Павлович, вам факс из Черноморска. Спасибо. На здоровье. Вава, ну тебя только за смертью посылать, а? Мы без тебя здесь чуть не приставились, а? Ну такая головная боль. Ты что-нибудь принес? Вот, анальгетик последнего поколения. Препарат мгновенного действия. Ой, да, скорее. Тогда что это за лекарство? Так, я его в аптеке купил, там посоветовали. Где аннотация? Аннотация. Ой, Вава, я ничего не вижу. Пожалуйста, прочти, что это за препарат мгновенного действия. Может быть, это какой-нибудь яд или цианид. И, пожалуйста, принеси матери от головной боли. Запить стакан воды. Хорошо. Состав препарата. Стеарат магния, полиэтилен гликоль, гидропропилен или целлюлоза. Так, что это? Это даже произнести нельзя. Читай, пожалуйста, главное. А что самое главное? Ну что, побочные эффекты, Вава. Так, побочные действия. Замутненное сознание, одышка, сонливость, головокружение, невротический синдром, боли в животе, тошнота, рвота, сухость во рту, гастрит, диарея. Диарея, какое красивое слово. А кто она? Понос. Ой, фу. Так, дальше. Диспепсия. Диспепсия, сынок. Что это такое? Понос. Что, это два раза понос? Для тупых, что ли? Я не понимаю. А в чем разница-то? Диарея – слабый понос, а диспепсия – просто караул. На улицу не высунешься. Ваня, едем дальше. Да, дальше. Угу. Нарушение, нарушение функции печени, метеоризм. Ой, я боюсь даже про это спрашиваю. Что это такое ваш метеоризм? Это золотуха? Понос. Космической скорости. Ваня, у матери болит голова. Что ты принес в дом? Понос, понос, понос. Не было цитрамона? Не было. Найди! Аня. Аня, простите, я опоздал. Нет, вы не опоздали. Я уже полдня здесь сижу. Полдня? Тебе же говорю, я виноват. Надо было точнее договариваться. Нет, вы не виноваты. Да это у меня автобус сломался. Автобус? Да вы что? А вы вызвали механика? Он в отпуске. В отпуске? А что ж вы сидите? Запирайте автобус, идите домой. Что вы можете сделать? Я вас ждала. Меня? А знаете что, Аня? Ну-ка, давайте-ка, пойдемте, буду смотреть ваш автобус. Да подождите, у вас же что, своих дел нет? Садитесь. Кстати, о делах. Тут на Земляничной улице есть автостоянка. Далеко отсюда? Нет, не очень далеко, но пешком быстрее будет, если не будете со мной возиться. Буду я с вами возиться. Буду. Значит так, я пойду туда, открою капот, а вы заводите стартер. Ага. Сейчас.
Заводите! Аня! Аня, а у вас инструмент есть? Да, здесь. Здесь? Да. Красная. Зеленая. Красная, дурила. И черная. А. Ну-ка. Красная. Ты пользуешься популярностью, Витек. Люди любят, когда их дурят. За это они отдают приличные бабки, между прочим. Философ. Говорят, к тебе даже следак приходил. Кто говорит? Говорят. Я смотрю, брешет. Ну, приходил. Ну, что? Ну, что? Вот и я хотел узнать, что. Что ты ему сказал? А что я мог сказать? Я же не знаю, кто ты. Я же не знаю, зачем тебе нужен Стриженов. Я не знаю вообще, зачем я с тобой связался. Бес попутал. Пожадничал. Ноги затекли. Задница тоже затекла. С утра я работаю. Представляешь? Головой работаю, а задница страдает. И ноги тоже. Слушай, смешно, да? Смешно, да чё? Твой? Нет. Нет? Нет. Откуда? Ты чё? У меня другой. Это кто-то с пьяно уронил. Кто-то с пьяно. Максик. Да, Люсенька, да, мой хороший. Давай ты снова начнешь за мной ухаживать. Давай, а как? Прошел только год, а ты что уже... Люська, все, понял, понял. Ты моя хорошая. Ты моя красавица, Люсенька. Ах ты, Люся. Есть. Что? Есть, сейчас, секунду. Алло, да. Срочно. Группу на выезд. Ресторан «Капитан Морган». Слышь меня? Давай, действуй. Значит, вы идете к служебному входу, стоите там. Сережка, стоишь у этого входа. Никого не впускаешь, не выпускаешь. Понял? Сделаем. Ну, красный. Ну, спорим. Красный. Ну, что ты молчишь? Ну, красный. Мы спорим или нет? Ёбарь. Ну, что там? Ну, мы отвечаем или нет? Ну, о, слышь, друг, а может, ты знаешь, как она включается? Может, где-то кнопочка какая-то имеется, а? Не, ну честно, ну... В сторонку отойдите. Аня, заводите. Заводите, а?
мистер. Одна французская революционерка, не помню, как ее зовут, очень любила эклеры. Она их ела даже перед казнью, стоя на платформе гильотины. Приятного аппетита! Алло, Нора. Ты получил наши картинки? Картинки? Получил, получил. Вот пытаюсь понять, кто из них Стриженов. Все. Все Стриженовы. Мы послали тебе его фотографии в гриме. Он же актер, не забывай. Поэтому подозревай всех. Мама. Мама. Николетта. Да. Вава, а что с тобой такое? Я упал. Мама, у меня к тебе один вопрос. Да. Скажи, пожалуйста, ты давно знакома с Стар? Я? Да. Но я не помню. Но это нужно спросить у Коки. Постучи ей в стенку. Ты не помнишь, когда и где ты с ней познакомилась? Да. Это совершенно лишняя информация для меня. Стучи громче, она глухая. Ники, у тебя остался цитрамон. Иван Павлович, что это с вами? Я упал. Что? Упал! Так, Коко, иди сюда. Быстро сядь. Скажи мне, при каких обстоятельствах вы познакомились с Эстер? Ну, ты же меня сама с ней познакомила. Когда? Когда мы ходили в ресторан. Когда? 2 дня назад. Подожди, ты же сама мне сказала, что ты познакомилась с ней, когда у тебя было суаре. Ты что, я же не устраивала здесь ссоры. Да не здесь, а в Черноморске. Да ты все перепутала. В Черноморске ты дружила с Эстер, а я ее впервые увидела здесь. Я ничего не перепутала. Это ты выжила из ума. Курица! Ты же сама сказала, что это твоя лучшая подруга. Так, все, стоп, стоп! Брэк! Я все понял. Значит, вы познакомились с ней здесь. Но почему-то решили, что она ваша подруга по Черноморску, так? А что значит решили? Так оно и есть, Иван Павлович. Так, ну-ка, уйди отсюда. Сядь сюда. Быстро. Ваня, да. Скажи мне, чего ты не понимаешь? Мама, я ничего не понимаю. Хорошо. Вот только не надо мне сейчас все сначала рассказывать. Значит, переходим к следующему вопросу. Где живет Эстер? Черноморский. Черноморский? Да. Я сейчас не понимаю, ты действительно такой тупой или прикидываешься? Я прикидываюсь. Я спрашиваю, где живет Эстер здесь? В Ковыльске? На какой улице? В какой гостинице? Может, она вам рассказывала? Ну, пятизвездочный. А что, ты собираешься пойти к ней в гости? А может, ты хочешь сделать ей предложение руки и сердца? О-о-о! Боже мой, ну наконец-то! Мой сын созрел для женитьбы! Шампанского! Тогда быстро пойди и вымой лицо. Ты не собирайся выходить замуж, жениться, вообще ничего. Значит так! Ни в какие контакты с СССР не вступать вплоть до моего особого распоряжения. Ей не звонить, на ее звонки не отвечать. И вообще сидеть дома, никуда не выходить, понятно? Почему, Иван Павлович? Потому! Потому что! Потому что это опасно. Так. У меня возникли страшные подозрения. Какие подозрения? Ой, только не томи меня, сынок. Эстер. Падшая женщина. Уйди, я сказала! Хуже. Что? Боюсь, она вообще не женщина. Поехали! Что это такое? Что это такое, безобразие? Товарищи, граждане, люди, попрошу не беспокоиться, все находится под контролем. Сейчас разберемся. Товарищ водитель, откройте дверь.
Откройте дверь! Граждане, граждане, дышите воздухом! Дышите, дышите глубже, глубже, глубже! Анечка, доброе утро. Доброе утро. Как поспали? Спасибо, хорошо. Заводились? Нет еще. Заводите. Отвезите меня, пожалуйста, на стоянку. Хорошо. Ваня. Что? Вы знаете... Что? А, не, ничего. Поехали. Поехали. Знаете, здесь я видела, ну, листочки лежали, фотографии разных людей, вот, в том числе разных женщин, очень красивых, и... Анечка, не стоит беспокоиться, я вам потом все объясню. Вы мне верите? Поехали. Угу. Вперед! Ты не представляешь, я сразу поняла, я просто сердцем почуяла, когда увидела ее, что это он. Да кто? Кто? Кто он? Микель Кистюм, мой тайный поклонник, который вывез нас всех сюда на курорт, вы comprenez? А почему это твой тайный поклонник? С таким же успехом он мой. Ну что, сдурела, что ли, совсем? Ну зачем твоему тайному поклоннику оплачивать отдых мне и Ваве? Вот мне интересно. А зачем твоему тайному поклоннику понадобилась я? Ну потому что мой тайный поклонник прекрасно знает, что кроме меня тебя никто не может взять с собой, потому что ты никому не нужна. Да ты опять все напутала! Это ты никому не нужна! И вообще, мне очень жаль, что мой тайный поклонник взял тебя, а не Лёку. Лёкочка, меня никогда ничем не попрекал. Бессовестная, нахальная гадина. А я-то тебя еще пожалела, а? Приживалы! Что? Все семьёй отдыхайте, того ещё! Помогите! Сегодня на том же месте? На том же месте. Пока. Что, надоел КВСК? Садись, покатай. Здорово, земляк. Здорово. Слушай, ты знаком с охранником стоянки? Ну. Мне машинку одну надо посмотреть. Угнать хочешь? Нет, что ты? Угнать? Зачем так? Вот, держи аванс, сейчас покатаемся. Пойдем. Слышь, это кореш мой Иван. Машину хочешь посмотреть, ладно? Здрасте. Здрасте. Смотрите. Не балуйте только. Хорошо, спасибо. Я аккуратно. Так, 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 так. Это какая? Шкода какая? Фабия. Нет. А это тоже, да, Шкода? Это Октавия. Октавия. Нет, не то. Ага. А здесь какая машина стояла? Фелиция. Развалюха. Как он ее завел, загадка просто. Кто он? Кто, мужик? Опишите, пожалуйста, как он выглядел. Ну, что описывать? Мужик как мужик. Две руки, две ноги, две головы. Не пей, столько больше. Скажите, а куда он поехал? Да, вот, в ту сторону. В Некрасово рванул. Угу. А давно? Хватился. Вчера еще вечером. Водочкой меня угостил и погнал. Поехали. Поехали. Спасибо. Да, и не пей больше. Thank you.
Спасибо.